Так, сейчас здесь процесс идет. Это у меня задний двор. Тут ступеньки и вон там еще ступеньки. Тут начало положено. Но заморочка, короче, тут в том, что ступеньки залили неправильно. И нужно с двух сторон, в общем, спиливать бетон. Так что, если будете заливать, проследите, чтобы вам сделали именно под плитку, если конкретно какую-то плитку будете использовать. Вот это 30 сантиметров. Тут даже этот инвер 28 с чем-то, да? Даже не 30, Жанна? Что, плитка? Да. 29,5. 29,5. Ну, стандартная лестница, она 30 сантиметров. Вот, стандартная лестница, говорит, 30 сантиметров. 30, да. На 30 на 15. 30, высота 15. И вот здесь взяли, просто от балды залили, как попало. И вот сейчас ни туда, ни сюда. Проблема будет, знаете, в чем заключаться? То, что или вы сдвигаете плитку, и туда маленький кусочек такой тоненький будете ложить. Вот. Или придется это спиливать, чтобы одну целую просто плитку положить. И тут еще залили не так прям много, чтобы здесь можно было вот эту вставочку сделать чуть потолще, более-менее. Будет она такая тоненькая, ну, как сопля какая-то, ни о чем. Да, сейчас... Одну плитку поставлю. Так, здесь так, нет, да? Туда она, да, вот, видишь, так же будет там торчать. А вот с той стороны. А, с той стороны. А, здесь нормально. Да, да. Нормально. Вот, смотрите, здесь получается нормально. Вот она чуть выступает, вот он так сделает, и вот она будет вот так вот ложиться здесь. Вот с той стороны. А? А, вот здесь. Вот. Здесь остается вот так. Короче, ни туда, ни сюда. Здесь рубить. Ты где еще говорил? Внизу? Ну, все придется резать. А, если здесь режем, то здесь режем. Здесь, а, цепная этот идет, да? Вот здесь придется, смотрите, или это вот плитка должна быть типа вот так. Тут или вставочка должна быть, но нафиг эта вставка тоненькая, не в тему. Если мы делаем так, вот это режем, соответственно, следующая плитка ляжет вот так, здесь режем, эта плитка ляжет вот сюда, здесь режем. Так что, когда будете заливать ступени, вот, обговорите с бригадиром, кто вам будет это делать. Может быть, у вас плитка будет другого размера, больше или наоборот меньше. В общем, заливайте бетон, исходя из того, что вы потом будете ложить на ступени. А так просто, а давай вот так вот сделаем. Вот у меня так получилось. Он говорит, вот так вот сделаю. Я говорю, ну ты точно знаешь, как там надо по ступенькам? Я вот это вперед не мог продумать, потому что я как-то не знал. И они мне залили. Спереди дома одна тема, тут другая, там вообще еще какая-то, какой-то вариант. В общем, все три ступени залиты как попало. А потом, вот кто у вас будет делать плитку, вы создаете проблему. Так что учитывайте это. Работа продолжается. Наверху почти уже доложили. Сейчас уже пошли в эту сторону ступеньки. Сейчас тут до конца дойдет. И вот в некоторых местах, где бетона много, будут срезать. Привезли вам пылесос строительный. Будем это мочить и пылесосом пыль затягивать, когда будет резать. Потому что у меня здесь красивый двор, чтобы не запылить это все. Сегодня тоже жара, пекло. Очень жарко работать. Но я уже предвкушаю красоту.
уже ништяк. Но ветерок еще прохладный, да? Нормально. Тут ступеньки почти заканчиваются. Осталось тут чуть-чуть. Получается очень красиво. Почти доделали, остались только швы. Сейчас будем делать офигенный кофеечек. Латте махиато. Пока тут все делается, покажу вам, как выходишь из дома и офигенно просто. Все будет офигенно. Все, уже ступеньки готовы. Красота. Следующие ступеньки будем делать на днях, потом внутри беседки, ну и вот двор, жду плитку, такой же плиткой будем сюда клинкером, и будет вообще по кайфу. Такой вышел, ходишь по двору как дома, я в принципе и так как дома, потому что у меня везде газончик, чистота. Здесь бетон, но тут он всегда мытый.